Это автомобиль скорой медицинской помощи. Что-то машина очень грязная. Давайте ее почистим и помоем. Сдуваем грязь. Намыливаем наш автомобиль. Валиком очистим кузов. А чистой водой смываем остатки грязи. Вытираем кузов тряпкой. Машина готова ехать на вызов. Как ты думаешь, на какой картинке автомобиль скорой медицинской помощи? Умничка! Все правильно! На этой картинке автомобиль скорой медицинской помощи. Это пожарная машина. Давайте соберем эту машинку. Мы собрали пожарную машину. Теперь она может ехать тушить пожар. Подумай, на какой картинке пожарная машина? Превосходно! На этой картинке пожарная машина. Это полицейский автомобиль. А давайте заправим топливом этот автомобиль. Оплачиваем бензин. Вставляем шланг в топливный бак автомобиля. Ожидаем, пока бак полностью заполнится. Можно еще протереть окна в автомобиле. Ой, у нас спустило колесо. Нужно его накачать. А еще у нас есть ароматизатор для кабины. Супер! А ты знаешь, на какой картинке полицейский автомобиль? Все правильно. На этой картинке полицейский автомобиль. Это автокран. Давай соберем этот автомобиль. Ура! Мы собрали автокран! Как ты думаешь, на какой картинке автокран? Умничка! Все правильно! На этой картинке автокран!
экскаватор. Что-то он очень грязный. Для начала сдуваем грязь. Намыливаем. Теперь валиком очистим наш экскаватор. Чистой водой смываем остатки грязи. Вытираем тряпкой. Машина готова. А ты знаешь, на какой картинке экскаватор? Восхитительно! На этой картинке экскаватор. Это мотоцикл. Давай заправим мотоцикл топливом. Оплачиваем бензин. Вставляем шланг в топливный бак мотоцикла. Ожидаем, пока бак полностью заправится. Готово! Ой, у мотоцикла спущено колесо. Нужно его накачать. А еще давай маслом смажем цепь мотоцикла. Можешь показать, на какой картинке мотоцикл? Супер! Ты прав! На этой картинке мотоцикл. Это асфальтоукладчик. Что-то он очень грязный. Сдуваем грязь. Намыливаем. Смываем остатки грязи. Вытираем тряпкой. А ты знаешь, на какой картинке каток? Восхитительно! На этой картинке каток.